Всем привет! В это видео пойдет речь о том, как можно прослушивать видео на YouTube, внимание, с выключенным дисплеем. В обычном режиме это невозможно. Как только вы блокируете свой смартфон на фоне включенного видео на YouTube, видео сразу же гаснет. Все, на этом его просмотр заканчивается. Но сейчас, если вы досмотрите это видео до конца, я вам расскажу о некоторых манипуляциях, которые вам помогут в фоновом режиме прослушивать свои любимые там музыкальные плейлисты, какую-то научную статью или других любимых блогеров. Но вначале я хочу вам показать на своем смартфоне чехол. Чехол очень классный, он противоударный. Если он вам понравится, ссылочки в описании, можете его приобрести на любой смартфон Xiaomi. Теперь переходим к теме видео и к пошаговой инструкции, как можно в фоновом режиме прослушивать свои любимые видосы. Для этого вам понадобится два приложения, это YouTube и Telegram. Telegram, я надеюсь, о каждом, каждый о нем знает, поэтому каждый его сможет скачать. Что вы делаете? Заходим на YouTube, выбираем то видео, которое вы хотите смотреть или слушать в фоновом режиме. Находим, нажимаем. Ну, к примеру, возьмем там песню, да, Linkin Park. Вы нажимаете потом «Поделиться». Делитесь в Telegram. У вас тут и сразу же создается стандартная папка, называется она «Избранная». Вы сюда закидываете это видео, «Отправить в избранное». Окей. Закинули видосик. Нажимаем уже на это видео в вашем Телеграме. Начинается работа видоса. Тут есть небольшая такая кнопочка. Вот. Маленький дисплей. Оп. Вот. Поверх ваших приложений будет работать маленький дисплей с этой музыкой. Сначала вы нажимаете. Видео ваше пошло работать. Теперь вы нажимаете на маленький дисплей. Все. Теперь вы можете блокировать ваш телефон. И никуда видео не девается. И можете прослушивать любимых своих блогеров, любимую музыку. Вам все это дело надоело. Просто закрываете. Здесь свой чат. Можете поудалять все. И потом, когда захотите снова какое-то другое видео прослушать, то же самое проделывайте. Надеюсь, что видео было для вас полезным. Если это так, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем успехов!